Доброго времени суток, дорогие мои девочки, подписчики, подписчицы и все, кто просто зашел на мой канал. Сегодня я получила свой второй заказ по 11 каталогу. И, как обещала, сделаю сводчи вот этих вот помад, помады-маркера, новые новинки. Ну, к сожалению, двух у меня здесь не хватает. Заказаны были все, но, как всегда, как обычно, под пятеркой. Две помадки у меня пришли. Ну, заказ небольшой. Avon Luck мужская. Incandescence наборчик. Три водички Summer White. Одна голубая, две рыженьких. Так, и вот этот наборчик давайте я вам обязательно покажу. Так, здесь у меня колье. И браслетик Каталина. Вот в такой вот коробочке. Вот так вот он выглядит. Один шарик такой побольше, другой, как вы видите, поменьше. Сама вот эта серебряная. Он жесткий, он, ну, буквально сантиметр такой твердый, не мягкий. На руке это выглядит вот так вот. Как серьги, да, тоже есть такие. Классные, пользуются популярностью. Ну, давайте тоже покажу колье. Конечно же, одевать я его не буду. Такое большое, большая, красивая подарочная упаковочка. Вот так вот все это выглядит. Ну, то же самое, в принципе, да, как и это. Шарики, даже одинаковые шарики. Да, они совершенно одинаковые, что на браслете, что на колье. Это заказала я себе, а колье такое более подвижное, я бы сказала. У меня предстоит одно событие такое, ну, не сказать, что грандиозное, но тем не менее. Наряд у меня будет такой кремовый, я думаю, что очень-очень вот это вот подойдет. Поэтому заказала. Ну, насколько вы видите, да, шарики совершенно одинаковые. Если здесь неподвижная вот эта вот, ну, нет, она, в принципе, на любую руку влезет. Можно ее двигать. Можно. Вот, видите, можно раздвигать, сдвигать. То есть проблем с одеванием не будет. Ну, и то же самое с этим, с кольешечкой, с этой. Вот, так что если кому понравилось, можете приглядеться. Положу сюда. Так, а еще, девочки, вот такой вот бросила в корзину по Avon клубу. Это тонизирующая сыворотка для лица, чудесное восстановление с экстрактом китайского женьшеня. Ну, вы знаете, да, в Avon клубе за рубль это все приходит нам. Вот так вот это выглядит. Беру первый раз. Очень хвалят мои клиенты эту сыворотку. Многим очень она нравится. Вот так вот это выглядит. Это на 4 дня. Один вот этот вот флакончик, то есть наполовину. Половину вы утром делите, наносите на лицо, а следующую половинку уже на ночь. Наносится она под какой-то крем, да, либо, ну, сначала сыворотка вот эта вот, потом уже какой-то увлажняющий кремик. Вот, реально отзывы очень хорошие, поэтому тоже взяла, решила попробовать. Тем более за рубль, ну, как было не взять. Так, используется, ну, это я, да, сказала. Утром и оставшуюся половину вечером. Ну, в общем, да, это все я рассказала. Так что, девочки, представители, кто еще будет заказывать, если будет, заказывайте. Очень хорошая сыворотка. Так, ну, а теперь
о помадах-маркерах. Значит, все они шли вот в таких вот коробочках, да, все я это уже распечатала. Так, и дальше, девочки, в прошлый обзор я не делала сводчи, на меня многие обиделись, поэтому исправляю свою ошибку. Ну, единственное, говорю, к сожалению, что, конечно, здесь не все будут оттенки. Хотела сделать все, но не получается. Так, дальше еще какой нюанс. Нашла я, где название. Так, сейчас настроим фокус. Значит, название карандашика обычно мы ищем здесь, здесь нигде нету, оно вот тут вот, вот так вот Avon, где написано, и здесь уже вот Фламинго, то есть вот тут вот можно прочитать название. Так, Фламинго, так оно и переводится, Фламинго. Давайте. Так, вообще, ну, давайте, давайте вот так вот на кисти буду показывать. Значит, так, и вот так, надеюсь, видно хорошо. Так, это был Фламинго. Далее, далее у нас идет, так, сейчас, девчонки, орех. Это орех. Так вот он выглядит. Кстати, можно сравнить с каталогом. Вот так вот это вот орех. А Фламинго, сейчас покажу. Так, Фламинго. Вот Фламинго. Похожи, кстати, цвета, но, на мой взгляд, Фламинго как немножко в рыжевинку, да? Так, орех. Давайте покажу, как будет выглядеть орех. Ну, это я потолще наношу. Можно более тонкой линией, если прям совсем вот, вот так. Линия будет более тонкая. И потом... Вот так вот это выглядит орех. Так, дальше. Мне понравилось, девчонки, много хороших отзывов, много нехороших. Мне понравилась помада. Так, это у нас фуксия. Ой, вообще, думаю, очень классный цвет. Вот он, фуксия. Вот так выглядит. Мне кажется, в каталоге он немного в красновинку. Здесь более такая реальная фуксия. Так, давайте, это будет вот так. И вот так. Слушайте, смотрится практически не ярко, совершенно, совершенно не ярко. Я думала, ярче будет. Еще заказ получила, новые вот эти маркеры не использовала. Ну, а если попробовать здесь, вы знаете, говорят, по правильному помаду надо наносить на подушечки пальцев, потому что как бы наши губы более приближены вот к каждой, ну, к своей подушечке, да. И то есть, если вы хотите увидеть правильно, как будет цвет именно на ваших губах, то вам нужно будет их наносить на подушечку. Ну, вот так вот. На самом деле, я, честно говоря, думала, что он будет поярче. Он как вообще какой-то розовый. Смотрится намного красивее, на мой взгляд. А здесь, конечно, бледный какой-то. Вообще, тут, конечно, казус произошел. Но я дойду до последней помады, и я вам про нее расскажу. Про этот казус. Так, дальше следующая у нас помада. Малина. Так. Малина. Вот так вот она выглядит. Вот она, малина. Ну, вообще цвет похож. Здесь маркер более темный, а на губах... Сейчас покажу вам. Вот, видите, прям как в каталоге. Малина очень красивый, очень яркий оттенок. Мне он очень понравился. Пользуюсь им уже, ну, полторы недели.
Вообще отличная помада. Видите, класс. Красная такая, прям красная. Здоровская. Так. Ну и последняя помада. Маркер, с которой именно у меня произошел конфуз. Так, девочки, это... Сейчас прочитаю. По-моему, Фрези, да, как она переводится. А так и переводится Фрези. Вот она, самая последняя в каталоге. Цвет вообще совпадает. В общем, изначально... Сейчас покажу вот последнюю вот здесь. Так. Ну, вроде ничего даже намазался. Ну, она, знаете, пропользовав дня 3-4, такое ощущение, как будто она у меня подсохла. Мне кажется, это просто какой-то брак. Потому что равномерно я что пользую вот эту, что пользую вот эту вот малину. Это две моих самых первых помады. Малина вообще как была такая свеженькая, ну, чувствуется, легко наносится, так и осталась. А вот эта вот Фрези вообще что-то так тяжело стало наноситься. Хотя сейчас вот вроде полежала и вроде бы ничего. Я, честно говоря, вообще собираюсь ее отправлять назад, чтобы мне прислали замену новую, потому что... Ну, у меня был, короче, Maybelline, я тут достала недавно, он уже давно-давно засох, что точно такая же помада Maybelline. Абсолютно ничем не отличается, но той помадой я пользовалась, я не знаю. Ну, конечно, не каждый день, наверное, она у меня месяца 3-4 была. И то есть, если я ее сейчас даже возьму, и то там можно будет что-то как-то намазать. Я думаю, что это такой брак, так что если у кого-то были тоже такие конфузы, нюансы, то однозначно я советую менять ее, ну, делать возврат и писать, чтобы делали замену. Потому что, вот я говорю, малиной пользуюсь вот это вот очень-очень давно. И, ну, как давно? Полторы недели, но она какая была, такая и есть. То есть вот такие вот сводчи у меня получились. Не знаю, девчонки, мне помада понравилась. Писали мне, что плохо они наносятся, неравномерно, быстро очень съедаются, и потом остается контур на губах. У меня они быстро не съедаются, где-то 2-3 раза я могу вообще спокойно поесть. Да, цвет потихоньку, запись прервалась. Я говорила о том, что... Да, вот этот вот контур, который остается на губах, там, знаете, ну, где-то у меня хватает ее на полдня, это точно. Причем на работе там мы и кофе пьем, и утром, там, и в обед, ну, раза 3-4, плюс покушаешь ты, вот. И контур остается, и она немного впитывается в губы. Мне нравится тем, что как будто татуаж сделан губ. Ну, вот правда. И оно какое-то, не знаю, естественно, какое-то. Ну, согласна, у всех вкусы разные. Короче, каждому своя помада. У каждого свои требования к помаде. Поэтому вот так вот. Вот и все, девочки. Показала я вам свой второй заказик. Если мне дойдут потом еще этих две помадки, ну, я думаю, что они, конечно же, дойдут, может быть, в 12-м каталоге, то, естественно, я постараюсь очень не забыть и сделать сводчи на остальные две. Вообще все помады. Мне нравятся все цвета. Забираю все их себе. Остальные все помады вообще убираю. Ну и посмотрим, что будет после использования. Возможно, конечно, губы иссохнут. Мы будем лечить, будем мазать бальзамами. Будем стараться делать, чтобы они не иссохли. Потому что все-таки помада считается как стойкая. Вот и все, девочки. Всем всего хорошего. До встречи. Скоро будет обзор по 12-му каталогу. Все, всем пока-пока и удачи.